Умку скидывают. Рыба у тебя выпрыгивает, да? Ну ее пипал. А у Тани там клюет. Да я, да мне, да я вам сейчас. Смотри, рыба, Юра. Доставай свою манду. Все трое. О, мне две штуки. А это кадр вообще эпичный, если честно. Это был жесткий кадр. В историю войдет. Какие-то маленькие пошли уже. Какие-то большие пошли. Того, что... Какие-то разные пошли. Послушные и непослушные. Нету. Так, нормально. У меня своим сулом не клюет, отдавай обратно. Ты зараза. Вот и на Юрином. Распечатал. Ух ты. Шершавый уже. Готов к промету. А шершавый? Угу. Ну, шершавый есть, по-моему. Тоже идет. Ничего себе. Не, они как-то переманивают их к себе. Это вообще нечестно. Мурлычем, мурлычем. Ну, мурлычем. Но лучше мурлычем. Ну чё, зима на улице. Ёперный балет. Поспали. Рыбалка-то уже пошла. И дождь такой, да? И дождь идет, ага. Да, ё-моё. Оп. Все. Так, сейчас бурим дырки. Здесь будем. Ну, а стой, две, одна сошла. Ян. Олесь, ну, блядь, я отсюда. Ты, слушай, ну, хорошие, да, какие? Угу, нормально. Бурим здесь. Да, да, здесь идет. А, здесь стая, что ли, или что? Тут вся рыба. Ян. Да есть дырка вот. Глубокая. Ох ты. Я сейчас бурю. Вот здесь, Ян, рядом сядь. Что-то посерьезнее, да? Нормально. О, хорошо так, а? А куда мне будет? Так, мне сейчас тоже сверли. Я под камеру. Давай сюда. Все, рыба пошла. Рыба за рыбой, вообще. Рыба за рыбой. Это пока мы раскладывали палатку, а? И дождь идет. И дождь идет. Сейчас посмотрим, кстати. Я не знаю, как они держат дождь. Замечательно. Какие палатки. Ой, есть. На елке. Ну, это, наверное, держит. Хорошо. Не успеваешь, уже рыба. Да. Сразу. Да говорю, вот раскладывали палатку, смотрите, что творится. Сразу же накидали. Так. Во, видишь, сразу, вот. Во, вот две штуки. Что, вот конечно, я две штуки, ты уже третий раз ловил. Ага. Давай здороваться. Они даже здороваться не могут. Нам некогда. Ой, извините, потом конечно. Потом ты начнешь лезть через 5 минут, давайте домой. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать. Сегодня все та же компания. Таня, Яна, Юра, Олесь. Таня, Яна нету. Да, Таня, они отсутствуют, они уже на работе. Ну что, и понеслась сразу, сходу в карьер. Все, всем привет. Давайте начнем. Ты его за бок зацепил. Ага. Там их, значит, лежит. Ты не помнишь, что это такое? Юра, что это за беспредел такой девчачий? Сейчас. Усугубим.
Угу. Ну вот они все, ага. Рыба пришла. Тут же. Все, пока. Это у меня. О, съели. Поехали, шли. Да, очень бойкая, бойкая рыбная вот ловля. Смотрите, как поймался. Ну, два крючка сразу схватил. Вот такой жадный. Угадайте, кто нас сюда вытащил. Какой человек из Самсона. Она уже потеряла этот свой инстинкт самосохранения вообще. Я такое вижу первый раз. Но это точно последняя, крайняя рыбалка. Да, я да. Больше не поеду по воде. Да, я не поеду. Мы точно не провалимся? Поедем. Разве только пойду. Нормально. Чуть удочку не утащим. Уберите на палатке. Просто послушай. У Яны там много рыб. Моей там нету, что ли? Ой, как это странно, как это. Да? И что, если там рыба, там нет? И там рыбы тут нет, да? А тут у меня рыба была, там не было. Вот и Танюша. Приглядочку. Угу. Вот и он. Посылался. Видишь? Наловил. Ух ты, что это, куда это он? Тёма, в дождь, Юрка, уходит. А эта Кирона работает или нет? Что-то, по-моему, она просто подымила и все. Юра, а нет, греет. Он разогревается долго. Я ушел в сторону. Вот, сошел. Он Таня не сошел. Вон они там на заднем плане, видите? Что стоит? Надо пока рыба шла, надо было ловить, ловить, да, потом плавать просто. Столько что-то видно пропустили все равно. Ух, нифига. Вот это, блин, да. Рыбочка. Рыба. Рыба. Не рыбочка, рыба. Вот они вот корми едят все кучи-то. Большой вот тоже, ага. Маленький. Кошелька, давайте стандарт, да, почти. Клюет? Клюет. Она так этими клюет. Перерывами. Ян, ты поглядела, ты ее вообще конкретно приманила, а потом... Подожди, не торопись вот. Вот по чуть-чуть, вот, ага. Вот все-все-все взяла, по-моему. Нет. Взяла. Нет, нет. Вот, взяла. Вот сейчас взяла. Ну, смотри, такая на экране вроде как маленькая была. Средняя. Средняя. Ты ее не заправил, да? Так готовился. У нее короткий шутик. Ну, значит, этого нету, да? Ты так не подготовился, получается. Так подготовился. Не помрем.
сейчас я еще принесу. Такой тяжелый. О, какой мощный. Еще и сопротивлялся как. Мощный. 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 Индикатор почти полный. Мощный. Не хочет его рубить. Попробуй еще разжечь, потому что просто потоку. Все синхронно тягают. Все как надо. Ну, уже выработали, да? Столько репетиций. Потом будет. Этот Моне, да? Смотри, какой. Это Моне. Так нельзя делать. Как уроки с Тимоном учат прямо. Три оборота. Не, они как-то переманивают их к себе. Это вообще нечестно. Мурлычем, мурлычем. Ну, мурлычем. Ну, лучше мурлычем. Умеем мурлычем. Мурлыкать. Да, Ира, это вообще... Я ж кошка. Ну и что, что я... Со спиннингом ходит. Янин крючок, ага. Да, Янин. Ой, о, красота. Сам выпрыгнул, видимо. Тебе зачем потом ловиться тебе? Зачем? Вот и на Юрином. Распечатал. Ух ты. Шершавый уже. О-о-о. Готов к игромету. А шершавый? Угу. Он шершавее становится. Тоже идет. Ничего себе. Что тереться об самку, он шершавый. Становится шершавым? Да. Фига себе. Дура, ты как будто прям с ними жил. Да он с ними и живет до сих пор. Об самку трется там. Он Харри когда поймаешь. Он, да. Нет, у нас Харри, на все эти поймаешь. У нас же аквариум есть, кстати, вот видно, они как вообще, они. Как наждачка. Как наждачка становится? Ну, вообще капитальная там уже. Вот у меня рыбки были эти. Он слышит, как дождь зарядил. Вот дождь зарядил, и они сразу ловиться начали. Тихонько, да? Ельцы. Ну, ухаживает же. Вот самку толкает, чтобы она это... В Байкале видел, как Налима охраняет? Просто вот такой... Куча просто, друг на друге, и охраняют. А, просто валяются на ней? Икру охраняют, она. Взад прикрывают. А вы видели, зарыбили опять? Отпустили рыбу всякую? Да. Лосося. Ой, лосося? Ну, где-то в Нюрбу, что ли? Нет, а у нас отпустили осетров, еще кого-то такого. А, осетров, пелить, скорее всего. Ну, вон чью-то тягают, ага. Говорят, что пелить морки ловят. Янина, наверное, есть. О! Янка о, цепанула. Что-то хорошее. Голодно. Еще пена. О, молодок. Тормозишь. Ну, опять торможу. Слушай, а ведро-то почти полное. Да ну, почти нет, полное. Половина даже нет. Это ведерное. Вы совсем нет. Это ведерное, получается, почти ведро. Это уже почти полное. Наполовину полное, нет, наполовину пустое. Да. У кого как. У меня наполовину полное. На самом деле там три капли на мокрушку. Ливень не пойду такой. Ага. Выходим, вообще дождя нет. Я лежу, короче. Мужики море. Стрелять как начали. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. У меня вот такие есть. А уже поздно вылазит. Да. Было дело. Выхожу такой, три капли так, где, капают. Ты, а по палатке слышно как будто грохот такой. Было такое. Играется? Ой-ой-ой-ой-ой. Одного съесть это все равно. Запоздалого. Все у них. Смотри, сколько их пришло вон. Смотри. Надо поломки к вам поближе поставить. А ты в Олеся залезь, поменяй. Залезь.
Так вот Олесь же показывает, слышишь? В Олесе залезь. Эй, хорош, а? Не смотри, играется как, а? Но жестко. Но не это. Не берет. Нет, я не посмотрю. Кто? Вот эти в полосатых костюмах, да? Мур-мур. Опа. Не работает. Все, съели. Довольны. Конечно. Сегодня спать буду. Ё-моё. Как бы на работу не проспать. Ой, как хорошо. Да. Мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Опа. Это тройное. За 5 секунд тройное. О, вот они самые здоровые. Это из-за 5, из-за хвост. Оп. А я много этим тройником уже. Две штуки на 5 я готов. Жила в этот статус у себя. О, тоже две штуки поймала. Моя Яночка, о. Выложила у себя в статус, типа, этот маникюр. Моя Яночка написала, а ей сверху велюсь пишут. Это которая рыбачка Яна, да, мы за ней смотрим, да. И за маникюром по ней смотрим. Но... Ну, показывай. А она в шоке. Ой, ой, не могу. Ой, торможу. Я тоже торможу. Ой, ой, стой. Сейчас будет борода. Один уйдет, наверное. От Яны. Смотри. А это нет. Как раз маникюром своим. Да. Вот это холодная вода. Ян, ну ты, блин, даешь. В воду заходил. Нет. Юрец, что ты там делаешь? Как кровь идет, надо быстро. Нет, мы медленно спустимся с горы. Опа. Разница. Ой, главное маленький. Две штуки, но маленькие. Так, это возьму. Ой, для кошек. Мне что-то уже спина. Ой, что-то хорошее. Что-то хорошее. Упал. Ой, 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 ой. Еще и за две, смотри. Поэтому он так шел. Это хороший конечно. Нифига себе, блин. Чувствую себя, блин. Вождем пролетариата. Ты же длинный. Ну, ты забыл? Это, ага. Ты же длинный. Вождем кого? Мирового пролетариата. Постамент. Коронованный. Площадь Ленина, да? Он и так длинный, еще дали ему это. 500 лет. Так, у нормально. Меня своим сулом не клюет, отдавай обратно. ты заразу приняла. Заразилась. Какой высокий. Под палатку, смотри. Ты смотри, электричество не за день. Удочку не вижу, говорю. Ой, а мне как-то низко стало. Наоборот. Если его поперек положить, он лопнет, да? Лопнет-то. Не знаю, вес не какой-то. Ловит он, не ловит. Еще как ловит. Ну, кстати, заразил его. Там себя рыба высоты боится. Вы же поменяли с ульями. У нее не ловит, а у тебя ловит теперь. Ой, две штуки. О, здоровый-то. А, вот защита, как. Видишь, как. Ну, ты как поймался, а? Ну, Херона разошлась. Угу. Не, ну там же бачок красный уже. А, тепло, комфортно. Да тепло, в принципе, не холодно. У нее короткий фитик. Не жарко зато. Плохо со дна поднимается. Это я на лунку-то не прыгнул. Не очень постарался. Опс, у меня это что это такое? Размыло ее сверху. Отдай. Это что же
Вдаю. Юра, высоко сидеть неудобно ему. Ну давай поменяемся. Еще как-то впритык сидит. А давай я ему. Нечего куда. Он хочет еще идти, главное. Угу. Господи. Ой, нет. Ой-ой-ой. Это понятно, без проблем. Ух ты, сейчас большой. Мы эту дошку забьем, да поедем. Скорость такая. Да вообще. Какие-то маленькие пошли уже. Какие-то большие пошли. Того что? Слишком много. Какие-то разные пошли. Послушные и непослушные. Нету. Есть. 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 Все трое. О, мне две штуки. А это кадр вообще эпичный, если честно. Это был жесткий кадр. В историю войдет. Опять две штуки. Не, опять основа. Это не осталось. Успокойся прямо. Где это дергает, оказывается, торчит тут сопля. Ну вот, у меня-то не надо ловить. Юра. Оу. Ну рассказывай. Дай поставь. Мать, завтра будешь на параде. Докатился, что ли? Как ты докатился до такой жизни? Почему тебя женщины облавливают? Как облавливает, смотри, когда рыбу вытаскиваешь, лунка обтаивает сверху, видишь, да? Uh-huh. Вот самая отличная лунка. До меня уже такая была. Кто-то там сидел, страдал. Ну да. О, едят, едят, едят. В Янке едят. Едят. И выплюнули, по-моему, да? Нет. Что с тобой делать? Кошки есть, кошки. Крупного у меня хватает. Кошки в положении. О, боёк. Положение. Губу надул. Да Юрия. Размахнулась. Она играется. Скажи, размахнулась. Ай. Жарко становится, когда это закрыто. Это открыть надо. Или еще можешь ее вырубить, а, Юра? Тепло же, Юра. Да ну ты че? И палатка просыхает на ходу. Большой. Еще вроде, да, совсем недавно. Перекроешь Кирону сразу, такой пар дует. И они сидят, да. Дубак такой сразу. Угу. Сегодня хоть перекрывайте, хоть не перекрывайте. Сейчас вот этот допросится. Точно. Не, маленький у него забирает. Оп, нет. Ну, видишь, мы ловим, он и расслабился. Кальмара, знаете, да мне главное, чтоб кто-то доловил. Да, вот ему когда тут тонует, ему все.
Угу. Здоровый. Чем больше не цепляется, больше голов. Большой. Главное, сорожек-то нету, да? Ну, заметили? Вообще нету. Один елец отборный. Да, очень чистый. Вкусный он, жареный и вяленый. Очень вкусный. Я жареного больше. Он жареного. Да. Ой, не курю, курю. Наше дело. Ты куда прямо? Кабунок. После вот таких, знаешь, не хочется ловить таких. Тебя лунка скидывает. Лунку скидывает. Рыба у тебя выпрыгивает, да? Ну, я пикал. А у Тани там клюет. Да я вам сейчас. Смотри, рыба, Юра. Доставай свою мунду. Юра. Она у тебя в такой же баклажке же была. Мунда, что же, или что? Ну да. Не в такой же, а в этой же. Это историческая баклажка. Издеватели, да? Ну, издеваются. Сейчас прикинь, мы не ловим, он такой начал ловить. А нет. Вы что, этих червей на тренажерах гоняете, что ли? Нет, мы их мало. Подкармливаем какашками. Что-то вы однако в этот раз это. Ну вот. Вот земли не ложим же, можно. Там половина земли, половина заварки, поэтому. Mm-hmm. Поэтому они так растут быстро. Да, он говорит, они спортивные. Черви. Убегают они быстро. Нормально. У меня с мелкой моторикой что-то. Засыпает. Какие-то неправильные черви. Неправильные черви. Они едят неправильные какашки. Они на бананах растут. Но... Ты заметь сейчас, когда насадишь, когда моторика ёлки наладится, там желтая. Это бананы. Опа. О, не маленький. Юра там с червяком воюет. Ну как ты же. Мелкую моторику свою. Прошло три дня. Все уже почти. Ты насажу червя. Каковы хозяева такие черви. Ну по Олесю точно не скажешь. Всех, блин, это самое, да? Всех зацепили. Так, это Киронан у нас действует или что? Что ты мой это? Мне жарко уже. Фу, уберите ее отсюда. Ты кто там у меня? Не поняла. Нет. Неплохой чувак. Сегодня шаманизм не проходит. Хоть с бубном плесет. Что-то маленький, что ли, сидит. Ой, Тоша, да, что там? Так у меня тоже что-то вроде там танцы. Это... Танцы. Иди, 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 иди. Дарю тебе жизнь. И насаживается. На него капает. Что еще там у тебя? Нога болит? Спать хочется. Спать хочется. Рыба не ловится. Шаман не... Шаманизм не проходит. Шаманизм не проходит. Да что ты там клюешь головой? Да, я так не играю. Сами рвач. Я ты червей ставил. Пойду я обкурюсь. Не надо обкуриваться. А, не убирай. Просто он один. Вот что меня кто-то клюет. Утащат. Блин, я встать не могу. И там под водой клюет. Итак, ведро уже полное практически, Кирона затушенная, и камера собрана. Но мы продолжаем рыбачить, все равно. Короче говоря, одна кинула, отскочила, Юра поймал. Вторая кинула, отскочила, Юра поймал. Руками ловит рыбу. Так все уже полное.
Я же вам говорила, уже полная. Не так, так лови, да? Юра, ну и так не ловишь, хоть так лови. О, нифига себе. О, шмать. У меня одни пузыри. Вот такая вот у нас сегодня веселая рыбалочка. Кстати, время, проведенное на рыбалку, в счет жизни не считается. Меня опять ловят. Ну, Тима, дорогой здесь. До скорых встреч, дорогие друзья. Увидимся, никогда не болейте и будьте всегда здоровы. Пока, Ян. Пока. Тань. Будьте здоровы. До свидания. Болейте. Да. Смотрите, какой ловят. Два ведра. До свидания. Юра, ты просто красавчик. Да. Вообще замечательная рыбалка. Хотя я уже и некомфортно рыбачить. Вот есть такие люди, у них своя стезя. Лежит икра на блюде, а он про карася. Как заведет, где ловится, на что, когда ловить. И он не остановится, его не перебить. Ведем тут разговоры про лодочный мотор. Какой купить Еваху, а может Метеор. Он тут же вступит в споры, чего тут говорить. Ведь на Ямахе невод удобней заводить. На винт не намотаешь, у ней обратный винт. Юрок он точно знает, как неводом ловить. Сколько помним мы его, он служит в авиации. Но как старый капитан ждет новой навигации. Человек он непростой, все про рыбалку знает. Даже ночью он с женой о спиннинге мечтает. Загляни в его глаза, там костер рыбацкий. Он не хвастается зря и не травит басни. Если нельму на блесну на 20 килограмм, верьте на слово ему, ни грамма не соврал. Самоловый на Налима привез ему Олесь. С нетерпением ждет он зиму, схуднул и завелся весь. Надо срочно наловить жирного живца. А еще нагрузила нас собирать свинца. Холодильник он гальяном забивает с лета. Там аквариум стоит, а не борщ с котлетами. А в морозилке печень зимнего налима. Строганина с печенью, скажу вам, несравнима. Вот такой заядлый рыбак есть на Вилюе. У него и на кукиш любая рыба клюнет. Пусть всегда тебе везет, Юра, рыбачок. И никогда не разогнется ни один крючок. Пусть всегда тебе везет, Юра, рыбачок. И никогда не разогнется ни один крючок. Пойдемте рыбачить.